календаря красный, потому что каждый день лета – это радость, отдых, праздник. А самое главное – это мирное небо над нами. Сегодня первый день лета. Этот день посвящен Международному дню защиты детей и сохранению мира на Земле. Этот день посвящен вам, дорогие ребята. Дедушки, вот смотрю, мы давно уже не собирались вот так с таким массовым пребыванием, потому что то одни болячки нам мешали, то другое что-то. Я рад сегодня видеть на этой площади самое активное население нашей станицы районного центра. Хотел бы прежде всего родителей поздравить с праздником, с этим, День защиты детей. Сегодня наша общая ответственность. Это ответственность не только за наших детей, а за всех детей, которые сегодня живут в нашем районе. Поэтому мы стараемся для этого создавать все условия. Вот только сегодня, это уже третье мероприятие, такое большое, массовое, в станице Калининской. Поверьте, проходят такие же мероприятия по всем населенным пунктам нашего района. Ребятам хочу сегодня пожелать весело провести сегодняшний день. Сегодня первый день лета. Видно это и по температурному режиму, ну и, соответственно, по календарю. В течение летних каникул набраться сил, оптимизма и с новыми силами пойти потом в школу. С праздником всех! Защиты детей. Само название этого праздника говорит само за себя.
День защиты детей – это, безусловно, сначала в семье. Их должны защищать и воспитывать. Это дошкольное образование. Это школьное образование. И, безусловно, на нас, на взрослых, лежит огромная ответственность оградить наших детей от всего того, что, от всего того, что может помешать им нормальному развитию. Прежде всего, это, конечно же, мирное небо над головой. Образование, здравоохранение, занятия спортом. Мы сейчас увидели, как мальчики и девочки прекрасно двигались под музыку. Мы видели их радостные лица. Это говорит о том, что они верят в нашу страну, они любят нашу Кубань. И мы, взрослые, сделаем все для того, чтобы они были еще счастливее, еще успешнее. Я вам желаю большой дружбы. Уважайте друг друга, уважайте старших. Любите свою родную станицу и свой родной район. Он самый лучший, какой только может быть, наш Калининский район. Счастья вам, здоровья и удачи, и успехов! Сегодня такой действительно очень значимый день. Ведь дети – это будущее страны. Это самые важные члены нашего общества. Для родителей нет никого ценнее, чем его ребенок. Любой родитель готов отдать свою жизнь за свое чадо. Поэтому я желаю вам счастья, добиваться высоких целей. Любой родитель хотел бы, чтобы вы добились большего, чем он. И я в том числе, как родитель, этого желаю. Поэтому добивайтесь высоких целей, будьте счастливы. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, и самое главное, дорогие дети, поздравляю вас с этим замечательным светлым праздником, днем защиты наших чад, наших деток. Неоднократно вы слышите, наверное, такую фразу, что дети — наше будущее. А будущее потому что все мы взрослые, все ваши мамы, папы, дедушки, бабушки, мы вкладываем в вас, дорогие чада, свою душу, свое сердце, все свои силы, чтобы вы росли здоровыми, умными, красивыми, укреплялись как физически, так и духовно. И вот я вам хочу пожелать, чтобы вы никогда не забывали о своих родителях, дорогие детки. Помнили о них, когда вы вырастете, вам нужно будет вкладывать свою и душу, и сердце своих детей, но и заботиться также о своих родителей, которые в тот момент уже состарятся, им нужна будет помощь, как физическая, так и просто поддержка. Любите и цените своих родителей всегда от этого времени и до скончания всех времен. С праздником всех еще раз! В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Калининский район за активное участие в творческой жизни Калининского района и достигнутые успехи объявлена благодарность главы муниципального образования Калининский район лучшим исполнителям и творческим коллективам учреждений культуры Калининского района. На нашу импровизированную сцену приглашаются академический хор старших классов созвучия муниципального бюджетного учреждения, детская школа искусств станицы Калининской, руководитель Иващенко Людмила Викторовна. Брагинец Анастасия, учащаяся художественного объединения детской школы искусств станицы Калининской. Глебова Ирина, учащаяся художественного объединения детской школы искусств станицы Калининской. Денисова Елизавета, учащаяся объединения декоративно-прикладного искусства детской школы искусств станицы Старовеличковской. Гриценко Арида, солистка муниципального учреждения Калининский дом культуры. We'll be right back.
Дорошенко Савелий, учащийся объединения декоративно-прикладного искусства детской школы искусств станицы Старовеличковской. Жученко Сергей, участник образцового детского театра «Теремок» Калининского дома культуры. Зинченко Диана, учащаяся художественного объединения детской школы искусств станицы Калининской. Коваленко Константин, обучающийся по классу фортепиано детской школы искусств станицы Старовеличковской. Миршевка Екатерина, обучающаяся по классу фортепиано детской школы искусств станицы Старовеличковской. Народный ансамбль танца «Танок» и образцовый ансамбль танца «Калиночка» муниципального учреждения «Калининский дом культуры». Руководитель, заслуженный деятель искусств Кубани Галина Петровна Гогина. Образцовый детский театр «Теремок» Калининского дома культуры. Руководитель Паначева Ольга Александровна. Образцовый ансамбль народной песни «Панурские казачата» детской школы искусств станицы Калининской. Руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Буланкина Елена Петровна. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Талисман» Калининского дома культуры. Руководитель Шкарупа Евгения Викторовна. Образцовый ансамбль танца «Карамель» детской школы искусств станицы Калининская. Руководитель Рубаник Ольга Александровна. Соколова Лика, обучающаяся объединение декоративно-прикладного искусства детской школы искусств станицы Старовеличковской. Теперь встречайте наш сюрприз! Влада, Влада, мы сюда в нас! Деток! Ну что,
Очень-очень дружно прокричим «Ура!». Сегодня же праздник всех-всех детей, вы знаете? Ну что, а давайте мы с вами покричим «Ура!», давайте? О, нет, так не считается. Вот смотрите, я когда руки вверх подниму, все вместе кричим «Ура!», договорились? Ну что, и... А еще громче, можете? И ура! Ребята, ребята! Сегодня на свете, на целой планете, хозяева, дети. Давайте, ребята, назло непогодам обнимем планету своим хороводом. Развеем над нею и тучи, и дым. В обиду ее никому не дадим. Ведь правда, друзья, хорошо на планете, когда на планете хозяева дети. Недаром от песен и плясок звеня на детство надеется наша земля. Встречайте, вокальная группа «Акварель». Жизнь.
что долго не выдержу это погоня. Каприз дома детского творчества. Соня, ко мне сюда подойди, туда не. Образцовым ансамблем танца «Калиночка», Калининский дом культуры.
Спят, как она внизу. Вы простите меня, там под туманом.
потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность. Отлично! А теперь давайте кружимся! Красиво, красиво! А в другую сторону еще красиво! А теперь ручки вверх подняли, машем! Так красиво поднимает искры в воздух. Ну что, вы готовы еще раз попеть? А теперь смотрите, какое движение делаем! До конца, с теми не шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрываем доска. Приготовились! И тогда звук поставим на всю. И соседи не спят под нами вниз. Серьезные и веселые. Но сегодня здесь собрались самые творческие и талантливые из них. Так пусть снова и снова звенят сегодня звонкие голоса и не смолкают хорошие, добрые песни. Вас приветствует вокальная группа «Каприз» Дома детского творчества.
эстрадного танца «Дэнс Виктория» студии танца «Глаум» приглашает вас потанцевать. Дай мне ударных! Ночь по небу звезды, похоже на тебя. Нет негативных факторов, злых директоров, небезопасных секторов. Вся скукота разбежалась на тонну и не устала. Да. Я работал в поде лица, но под вид это красота. И я хочу много слов, я хочу ударных, я хочу бессонных. Начну лишь с тобой, дай мне высокий. Не устал, еще ничуть. Еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. Твои плавные движения улучшают зрение каждого. Наслаждение, обновление каждого. С тобой на каждом теле плит без тебя. Все видят, все видят, все видят чудеса. Я высокий, я хочу ударных, я хочу бессонных. Ночи, но лишь с тобой. Дай мне высоких, дай мне ударных, дай мне бессонных. И через его я не устал еще ничего. Еще успеем, а здесь не устал никто ничуть. Еще успеем отдохнуть. Получай. Сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танц? Ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, Thank you.
мир, придуманный не нами. Разукрасим детство мир разными карандашами. Он наивен, как ребенок, и мечты его чисты. Мир мальчишек и девчонок, счастья мир и красоты. И мы продолжаем выступление творческих коллективов «Станицы Калининской». А вы знаете, что самые крутые пацаны «Станицы Калининской» обитают в доме детского творчества? И коллектив у них с очень грозным названием. «Уступи дорогу». Девушка, стойте, пожалуйста. Макар, сюда иди. Талисман, Калининский дом культуры. Дождик пролив, когда мои друзья со мной. Что мне знать, что мне дождик пролив.
Для вас поет солистка Калининского дома культуры Ульяна Спадарцева. Просто потому, что нам такая цель.
свернуть прям горы, как сой, буду молодым. Ведь есть еще на спорах, чтобы делать то, что мы захотим. Музыка не бизнес, так что welcome. Двигаться по жизни надо легко, если ты навстречу и бежишь босиком. Мы живем в этом мире, что при этом ворвался в твой дом. Живем в этом мире, что было, что вспомни потом. Живем в этом мире, чтобы сияла любовь, любовь. Бесконечной суете мы становимся, как все. Чем ярче свет твой, тем дольше проживет в каждом из нас любовь. Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Там, где потеряли, мы находим клад. Просто так, как пускай. Но концерт же еще не
заканчивается, и там еще есть для вас один сюрприз. Вы ждете? Ну-ка, пока взрослые не видели, обратно все под красную ниточку. Давайте скорей, 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 как будто нас тут не было. Где вы стояли на своих местах? Так, 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 так. Василисочка, иди. Никого не было, да, дети? Никого. Мы здесь не шалили? Ну все, пока. Воздушный, воздушный всем, пока. Мама, самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. И сколько человеку ни было бы лет, 5 или 50, ему всегда нужна мама. Сегодня на нашем праздничном концерте самые светлые, добрые и нежные слова, слова для наших мам. Нет на свете человека добрее и ласковее, чем мать. Мать — хранительница домашнего очага. Вместе с ней к нам приходит чувство защищенности от житейских бед, чувство радости и покоя. Как хорошо, что есть на свете мама, поет самая юная солистка Калининского дома культуры Маша Ровинская. А кто такой веселый? Не было
Мамочка, любимая моя.
девчата из танцевального коллектива «Барвина» Дома детского творчества. Участников образцового детского ансамбля «Калиночка». Никто не говорит, и в мискарах, но любовь.
следующего подарка, который мы вам приготовили. Давайте все вместе отправимся в сказочную страну Пузырляндию. Так, и кто здесь плохие и хорошие дети? Какие? Ага. Так, какие здесь дети? Какие дети? Хорошие или плохие? Какие? Хочу на вас посмотреть. А что это? А почему? Я думала, это волшебная лупа, а это что? Так, подождите, а кто это нитку порвал? Ребят, я знаете что? Разрешаю всем перейти вот на эту сторону, потому что... Ладно, я знаю, что вы хотите. Сначала вы хотите полопать много пузырей, а потом Народ лихо с задоринкой, как говорят в народе, пляшут участники образцового хореографического коллектива «Карамель» детской школы искусств.
образцовый ансамбль танца «Калиночка» Калининского дома культуры. Управы на него.
победа и успех. Ансамбль танца «Танок».
улыбайтесь. Ваши лица прекрасны. Посмотрите в глаза друг другу. Быть может, вы не замечали раньше, что вокруг так много добрых взглядов и открытых лиц. Вы улыбаетесь, излучая ту душевную теплоту, которой в нашей жизни зачастую так не хватает. Вы улыбаетесь. Тем самым дарите всем тем, кто выходит на сцену, творческий настрой. Дарите радость общения. Мы же за ваши добрые улыбки дарим вам наши следующие номера. Алёнка, Алёнка, мы с тобой теперь на удалёнке.
из квартир своих выйдут люди, и никто из них кашать не будет. Где ты там, с кем ты там? Я себе не нахожу места. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу. Аленка, Аленка, без себя мне не по кайфу. Мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу. Аленка, Аленка, без тебя мне нет по кайфу. Солистка Калининского дома культуры. Окончились уроки, и снова я иду по улице знакомой, мечтая на ходу о том, что скоро лето, о том, что ждет меня. И помню, как сегодня смотрел ты на меня. Московская девчонка скучает по тебе. Считает меня звездой.
как будто бы давно. Сбегали мы с уроков и шли с тобой в кино. И было так чудесно, как будто для меня. Случится ли такое, не знаю точно я. Московская девчонка скучает по тебе. Она живет на очень высоком этаже. Считает.
Отлично. Ну что, вы готовы танцевать? Да! Обещайте ко мне близко не подходить. Вот туда, чуть-чуть назад. Отходим. Отходим. Нет, ребят, смотрите. От моего стола подальше. Сначала я вам покажу кое-что. А потом отходим назад. Вот туда. Отходим, отходим, отходим. Готовы? Да! Ну что, смотрим. Большой пузырь хотите? Да! Спокойно. Где-то дети в кроватке не спят, и лишенные пищи и крова в небо грозное плача глядят. В детский сад никогда не ходили, не учились читать и писать. Мы хотим, чтобы детям отныне не пришлось никогда голодать. Чтоб у них были мама и папа, чтобы солнца хватало бы всем,
Мы за мирное, доброе небо. Мы за детство без взрослых проблем. Мы за то, чтоб дружили все дети Земли. Thank you.
Слушай сердце, будь с собой, это наше время знать.
будущее России. От нас зависит, какой будет наша страна через 10-20 лет, в каком государстве будем жить мы и последующие поколения. Молодежь 21 века — это умные, блестяще владеющие компьютерной технологией, здоровые, сильные, целеустремленные молодые люди, достойные граждане своей страны. Россия, ты у нас одна, и за тебя мы все в ответе. На карте мы едины, мы страна, в сердцах и мыслях мы России, дети. Yeah.
прикройтесь русскими, но безумцы рвут с собой ротами безумцами, чтоб узнать прозрение бой. Не боитесь русскими, снова нечисть тут и там напрягает мускулы, значит новым быть котлам. Не боитесь русскими, что вы прете на рожон, губами голливудскими, ход сражения предрешен. Не боитесь русскими. Yeah.
получается. Так вечно получается. Лишь только разыграешься, а уж пора домой. Да впору ли печалиться? Лишь первый день кончается. У лета, что вам радостей 100 000 принесет. Поздравляем всех с началом школьных каникул. Желаем всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения. С праздником! С Днем защиты детей! Предупреждать надо. Полную